Это быстро же. Не придется никуда не убегать. Даже может быть опасным способом. Не знаю, опасно или без опасно. Мы сейчас пойдем получать новый шарик. Помидорку. Все шарики открыты. Можно просто на сайт зайти. Считать, какой-то куда. Жалко, что... Тут маленький. Я попробую даже без бревна в каком-то уровне пройти. Кунг-фу! Бум! Кунг-фу! А это ты вообще не боюсь. Даже я когда-то даже припрыгивал. Возможно. Только можно... Но люди представят, что ты ее даже мог перепрыгнуть. Я думаю, что вам просто ее нужно перепрыгнуть. Ну да. Два квадрата я пока что не буду. Потому что искать.